Увидеть невидимое. В Чебоксарах стартовал уникальный проект для незрячих людей «Мы живем в мире». Это первый музейно-реабилитационный проект в Чувашии, который открывает и делает доступным мир живописи людям с проблемами зрения. И все это благодаря особой 3D-технике. Как создавались такие тактильные картины и почему этот проект будет интересен и тем, кто видит хорошо, узнала наша съемочная группа. Прикоснуться к прекрасному буквально, пройтись по рельефному холсту кончиками пальцев и почувствовать каждый мазок кисти, линию, узоры, текстуру. Тактильные картины создали специально для тех, кто плохо видит или лишен зрения совсем. Проект получил поддержку на республиканском уровне. Значимость и важность проекта заключается в том, что эта работа открывает новые просторы для слабовидящих, новые горизонты, потому что зачастую у нас в России вообще малоизучена данная сфера, данное направление. Практически нету музеев или даже картин такого характера. Создавая эти работы, мы с нашей командой волонтеров рассказываем о том, как жили святые, о дружбе, о любви, о милосердии. Художественные работы в технике скульптурной живописи выполнены командой молодых художников-волонтеров, работающих на общественных началах в Церковно-историческом музее при храме новомучеников и исповедников российских. Полотна изготовлены по инновационной технологии. Фотографии исходников обрабатывают, подбирают текстуры и создают рельеф из полимерной глины для передачи деталей изображения. Даже зрячий человек смотрит, во-первых, это тоже несет на него какую-то составляющую, поскольку это не плоская вот формат, да, а это все-таки 3D-формат, и он несет себе больше информативность и больше познавательную функцию. Он лучше узнает православное писание, о житии святых. Так что знакомиться с искусством через прикосновение может любой человек, было бы желание. Рифат Фаткуллин, Сергей Адушкин, Республика.